Замена более километра труб. Именно на улице Красный Факел сибирская генерирующая компания проводит самый масштабный ремонт магистральных теплосетей. Объект капитального ремонта по улице Красный Факел протяженностью 1066 метров, диаметром 530 миллиметров. Подключено 174 объекта, из них 129 жилых домов, 11 образовательных учреждений и 5 медицинских учреждений. Для безопасности жителей вся работа разделена на этапы. Чтобы была возможность подъехать к домам пожарной машине, подрядчики заменяют трубы отрезками по 50 метров. Так как теплотрасса проходит вблизи частного сектора, приходится работать крайне ювелирно, вплотную к заборам. Кое-где подрядчики оставляют проходы, а если нет возможности, то делают вот такие мостики. Жители к неудобствам относятся с пониманием. Старую теплотрассу латали постоянно. Только за последние 3 года здесь устранили 10 дефектов. Да, конечно, там все равно старые уже сколько лет там лежат трубы. Ну, делать-то надо в любом случае. Делать-то надо. Лучше летом без воды, чем зимой без тепла. Меняется все, не только трубы, задвижки, краны, компенсаторы, даже конструкции тепловых камер. Пока все идет по плану. Погодные условия могут остановить нас, но мы стараемся, пока есть погода, вдвойне наращивать темп. Планируем по факту, как вот у нас положено там 30 сентября, пока планируем так. Думаю, успеем. В любом случае, к отопительному сезону Первомайка с холодными батареями не останется. Даже сейчас СГК обеспечивает жителей горячим водоснабжением с помощью резервного трубопровода.